Я как-то над этим не думала, но мне кажется, что какие могут быть минусы? Ну, все-таки наша операция, это было совершенно нельзя было что-то откладывать. Мы должны были это сделать, понимаете? И в любом случае мы выиграли. Ну, Россия всегда выигрывает. Она никогда не проигрывает. Это веками уже заложено. Во-первых, территории. Во-вторых, скажем так, она сильнее стала. Скажем так, что я, конечно, что-то потеряла в связи с тем, что я там куда-то могу ездить. Но зато Россия большая, еще и Россию посмотрю. Я не думаю, что она выиграла пока и проиграла. Но фашистам не место на земле. Однозначно. Ну, я не знаю, что выиграла. Вот такие события тут серьезные. Поэтому немного грустно, но все нормально будет. А можно не говорить это? Ну, по поводу спецоперации не хочу ничего говорить. Спасибо. Просто верю, что будет мир. Я не готова отвечать на этот вопрос. Мы посмотрим, когда все это закончится. Я не могу так обсуждать, вы сами понимаете. Всем страшно. У меня есть знакомые, которые боятся мобилизации. Прячутся, уезжают. Человеческие потери-то это понятное дело. Приобрела. Но для меня лично вот важнее, что потеря. А приобрела как? Вот такой сложный вопрос на самом деле. Пока, если честно, не вижу, что она выиграла. Я вижу, что пока проиграл. Ну, это долгий вообще разговор, честно сказать. Холодно. Ну, как бы потеряла друзей, репутацию. Насчет спецоперации Россия пока и не выиграла, и не проиграла. И как это будет развиваться дальше, это никто не знает. Ну, из-за того, что наложили санкции, часть брендов ушла. В какой-то момент, скорее всего, это выльется на небольшой, ну, или какой-то кризис, который уже есть в любом случае мировой. Просто будет еще и в России он сильнее чуть-чуть. Из-за того, что выиграла новые территории, насколько это плюс, учитывая территории страны, хороший вопрос. Большое количество денег ушло на оружие, что тоже так себе. Вот я в Чечне повоевал, и что мне Россия дала? Пенсию 3000 рублей в месяц. Это нормально? А что хорошего? Вообще хорошего ничего. В горе матерей, погибает молодежь. С двух сторон, и не только в России, в Украине то же самое. Мирные люди столько погибают. Из-за этого мобилизация была, вот столько народа отвезли на войну. Ну, горе, все, везде горе. Весь дома горе. Что можно сказать? Ну, к чему хорошему война вообще не привезет.